Три, два, один, пуск. Как поживаешь, Агнес? Так же. Не очень. Что ж, со всеми бывает. Каждый день. Одно и то же, одно и то же, каждый день. Причина всех наших страданий в желании не страдать. Кто ж тебя спрашивал? Луи! Что происходит? Мама пазл собрала. Ты что же, у нас в детство впала? Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Партнер по пазлу. Я по поводу пазлов. У вас какой-то знак на лбу. Пепельная среда. Это проблема? Нет, вовсе нет. Если не придется делиться призом с папой римским. Конкурс? Я буду участвовать. Милая. Я не разрешение прошу, я ставлю перед фактом. Сосредоточившись на пазле, чувствуешь себя комфортнее. Это возбуждает. Он тебя использует. Тебя все всегда используют. Не пойму, что такого интересного вы во мне нашли. Вы скромная, необычная, прекрасная, остроумная. Я, по-вашему, странный? Нет, просто не такой, как все. Вся жизнь сплошной бардак, и мы не в силах его контролировать. А где ужин? Я весь день пашу, как проклятый. Ты совсем охамела? Когда пазл собран, понимаешь, что сделал верный выбор. Внимание, участники! Начинаем! 3, 2, 1! Расскажи мне правду. Я не обязана ничего тебе говорить. Келли Макдональд, Ирфан Хан, Дэвид Теннант. Это было мое лучшее решение. Вера, амбиции, любовь. Что еще способно подарить такое ощущение совершенства? За то, чтобы всему нашло свое место. Пазл.